Джойстик. Удары. Щель. Ну и, соответственно, он шатается. Это вследствие этого удара, скорее всего. Сейчас открутим, попробуем, была ли деформация корпуса. Если деформации нет, закручу все и затяну на фиксатор резьбы. Джойстик. Вот такая вот щель. Скорее всего, здесь посадочная под саморез сорвана. Ну вот, все, восстановил. Резьба теперь закручивается нормально. Щели нет. Пластиковый корпус. Повезло, что не алюминиевый. Не треснул нигде сильно. Ну, только на креплении. Крепление восстановлено. Будем прикручивать обратно. Ну вот, подтянул. Сейчас уже ничего не болтается. Сидит жестко. Все работает и включается. Щели уже нет. Устранили.